Здравствуйте! На канале Island, который вы смотрите прямо в эту минуту, начинается программа «Эксперты». Мы приглашаем в гости очень интересных, профессиональных людей, которые позволяют нам сориентироваться в этом сложном мире. Сегодня у нас в гостях натуропат Лиза Гордовер. Здравствуйте! Здравствуйте! И мы продолжим говорить о концепции здоровья от компании Coral Club. Это то, о чем мы начали говорить, то, что меня лично очень заинтересовало. И сегодня я хочу узнать намного больше, чем знаю до сегодняшнего дня. Да, конечно, мы продолжим. Давайте только напомним нашим телезрителям, те, кто не успели посмотреть, о чем мы говорили, о концепции здоровья. В концепции здоровья есть 5 пунктов. Первое – это психология, что нужно включить мозги, что есть иной способ защиты нашего здоровья, чем бежать к врачу и принимать лекарства. Второе – это мы напоили наш организм, мы тоже говорили о том, что вода должна быть щелочная, она должна быть минерализована, и она должна иметь отрицательный ОВП, так, чтобы она лучше усвоилась, чтобы наша клеточка могла чувствовать себя хорошо и здорово. Третье, то, что мы говорили, мы накормили нашу клеточку, то есть у нее есть специальный такой коктейль, назовем его, в который входит 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 ферментов и 3 полинасыщенные жиры. Так что наша клеточка, получается, уже и напоили, мы ее напоили, накормили, мы ее также, наш организм, мы очистили. То есть наш организм – это, можно назвать, машина, которая со временем просто-напросто загрязняется. Ее нужно очищать. Вот мы ее и очистили. Те, кто не успели посмотреть передачи, добро пожаловать, посмотрите на канале Island или у нас на канале Facebook или YouTube канал Arilis 2002. А сегодня именно мы продолжим, как вот все, что мы сделали, теперь защитить. Так, интересно, давай начнем. И у нас вообще, как можно защитить наш организм в сумасшедшие дни? Многие предпочитают защищаться какими-то просто поверхностными кремами, я не знаю, или там уменьшить количество еды, и думают, что в этом все как бы и заключается. Однако не совсем так. Потому что то, что снаружи мы можем себя защитить от солнышка, это хорошо. Но все идет изнутри, поскольку, напомню, мы говорили о клетках. Да? Да. Каждый человек рождается с определенным количеством клеток. В течение жизни эти клетки подвергаются нападениями, назовем так, свободные радикалы, которые, хотим мы не хотим, они приходят в наш организм от тех, кто курит, неправильный образ жизни, постоянные стрессы, и наши, естественно, клеточки страдают. То есть выдерживают эти атаки постоянно, да? Постоянные атаки. Угу. Как мы можем себя защитить? Есть в природе антиоксиданты. В прошлой, по-моему, передаче я их сравнила с армией. Здесь я повторю это, потому что это просто и доступно. Наши клетки – это наш народ, которые живут в мире, в согласии, у них все классно. Антиоксиданты – это наша армия, которая защищает наш народ от того, чтобы их не обижали. А свободные радикалы – это те враги, которые пытаются все-таки разрушить идиллию нашего народа, наших клеток. Независимость. Я бы даже назвал антиоксиданты по качеству их действия спецназом. Я бы тоже так их назвала, потому что они работают как профессионалы. Да. Вот так вот. Естественно, компания Coral Club продумала целую линейку защиты нашего организма изнутри, снаружи есть, но сегодня мы поговорим все, что изнутри. И я их сюда принесла, чтобы всем показать. Очень правильно. Давайте, есть антиоксидант, который называется микрогидрин. Это один из сильных и мощных антиоксидантов, потому что он не только защищает нашу клетку, он еще помогает нашей клетке выработать энергию. Так что человек чувствует себя более энергичен, более работоспособность у него повышается. И, естественно, он не стареет, потому что все-таки он чувствует себя хорошо. Я также говорила, по-моему, в предыдущих передачах, что те, кому сложно встать утром, можно просто выпить антиоксидант. Это прилив не только энергии, но заряд энергии на хотя бы первую половину дня. А выпить нужно как бы перед сном или уже утром, когда просыпаешься? Да? Утречком можно даже заместо кофе. То есть тяжело проснуться, выпиваешь микрогидрин и
И да, первые полдня. Вы просто чувствуете такой прилив энергии, что те, кто попробовали, до сих пор не говорят: Лиза, работает. Так, интересно. Что еще в этой линейке? Второй антиоксидант – это Aquaox. Он очень хорошо влияет на сердечно-сосудистую нервную систему. Угу. Он защищает. Естественно, борется с радикалами и следит, чтобы наш организм не старел. Также можно принимать его на базе ежедневно, те, кто не хочет энергию. И вот один из моих любимых антиоксидантов – это витамин Е. Ну, он, я его называю женственным витамином, поскольку витамин Е участвует во многих процессах нашего организма. Но в первую очередь он участвует в все, что касается нашей кожи. Он помогает выработать белок под названием коллаген, чтобы наша кожа была более эластичная, более мягкая и не старела. Вот такие вот у нас антиоксиданты, защита изнутри есть. Вот, но это не все. Да, я подозреваю. Так, что у нас еще есть? Вторая, как бы, половинка нашей защиты. Ну, мы все время говорим про наш кишечный тракт, что да, мы должны следить за тем, чтобы он работал как часы. Правильно? Конечно. И мы как раз затронули, по-моему, в предыдущей передаче про ферменты, про группу рабочих, скажем так, которые помогают расщепить нашу пищу. Угу. Если не соблюдаем правильный образ жизни, пьем газированные напитки, кофе, и, в общем, ведем такой нормальный, как бы, современный образ жизни. Разгильдяйский, я бы даже сказал. Вот, я как раз искала это слово. То что происходит? Наш пищеварительный тракт работает дополнительные часы. Да. Все, что наш организм успел выработать, ферменты, то переварилось, а что не успел, застряло. Угу. То есть начинается процесс не очень приятный. То есть появляется газообразование, вздутие, слабость. Даже тяжесть там такая, да. То есть ты понимаешь, что ты не хочешь ничего делать, ты останавливаешь, замедляешь темп жизни. Правильно. Но при этом еще и появляется головокружение и головные боли. То есть не очень приятно. Что нам нужно сделать? Да просто-напросто иметь рядышком с собой ферменты, если вот такой вот образ жизни. Есть один, я его обожаю. Да, давайте ваш обожаемый фермент. Обожаемый фермент. Ты куда делся? А, вот он, папайя. Это как бы есть фрукт папайя, да, естественно. Да. И его называют плод здорового образа жизни. То есть как он влияет? Во-первых, он очень вкусный. В нем есть, естественно, фермент ППИН и еще несколько ферментов. Можете угоститься. Они вот так идут в виде вот таких вот конфеток. Так. Их принимать желательно после еды. Тогда как бы то, что выработал наш организм, и добавок еще ребята, которые помогут расщепить ту пищу, которая немножко, может быть, застряла. То есть мне нужно позатолкать и принять папайю? Да. Или да, пообедать и принять папайю. Да, опять же, таки, я говорю, это и для тех, кто ведет вот такой вот образ жизни. Также, что в нем еще есть? Он помогает то, что вот расщепить белки. Так у нас в организме начинают усваиваться все витамины и минералы, поскольку все-таки в еде хоть что-то у нас осталось, оно усваивается. Это интересно. Папайя. Папайи. Угу. Фермент. Ферменты. Вот, вот то, что я хочу еще напомнить у людей, когда люди страдают вот с таким вот кишечником, когда он всегда загружен, когда ему тяжело, нужно взять в расчет, что если они начинают принимать какие-то пищевые добавки, я не говорю сейчас про ферменты, а вообще, в общем, там витаминки начинают брать, витамин С. Ребят, им будет сложно усвоиться, поскольку еда еще не расщепилась, а витамины пришли. Естественно, в первую очередь то, что стоит первое, должно усвоиться. Так что витаминки не усвоятся. Нужно, естественно, то есть не сработают так, как они должны это сделать. Естественно, да. Нужно что сделать? Сначала восстановить кишечный тракт и уже только тогда начинать кормить себя полезными витаминами и минералами. Судя по всему, у вас есть что-то предложить. И, естественно, мы продолжим. И это не одна только папайя есть. Есть еще два вида ферментов. Они называются ассимилятор и дигестейбл. Они довольно-таки схожи, только количество ферментов внутри разное. Угу. Вот, их принимают также, желательно принимать до еды. То есть, если мы идем в ресторан, и мы знаем, что там
нас ждет хороший стейк, которому нужно чуть больше времени. Мы уже, наверное, говорили о том, что мясо переваривается примерно 10 часов. То есть, а мы-то идем ужинать... И потом собираемся спать. То нашему мяску будет тяжело перевариться. Можно просто-напросто взять ферменты до того, как. Так. За полчаса. И можно спокойно кушать. Не бояться. Все это переварится, поскольку у нас есть тут бригада, которая поможет все это расщепить, раскидать туда, куда надо. Ну, естественно, чувствовать себя не будет вот это чувство тяжести, неприятного ощущения. Вы просто забудете. И можете продолжать, как говорится, дальше вести такой образ жизни. Мне даже сейчас стало легче, Лиза. Хотя я не завтракал и пока не собираюсь есть крупный стейк, но мне это нравится. Скажите мне, вот в прошлой передаче мы говорили о том, что компания работает над тем, чтобы людям было проще сохранять свое здоровье. И она создает так называемые паки. Да. Да? Это слово пакет, я так понимаю, или что-то такое? Да. Сет. Угу. Расскажите об этом. То, что вот компания, она, ну, видите, здесь я сразу вытащила по три так, антиоксиданта, три фермента. Да. Ребят, смотрите, все намного просто. Создали пак, называется пакет здоровья. Окей? Туда входит водичка, мы о ней уже говорили. Да, это коралл, да? Да, это коралл, который вот тут в бутылочке плавает. Вот. Я вижу, да, очень симпатичный. И потрясающая, конечно, прозрачность этой воды. Да, плюс не только прозрачность, напомню, ну, и да, качество, она да. и минерализирована, и она еще лучше усваивается, поскольку у нее щелочная, вода становится щелочной, то есть она намного приятнее и легко пьется, она более мягкая. В пакет входит микрогидрин. Так. Это антиоксидант, да, то есть мы говорили, да. защищаем, сначала напоим, защитим. Проснулись, да, с микрогидрином. Вот проснулись с микрогидрином и добавили туда ассимилятор, ферменты. Перед завтраком, обедом, ужином. Да. То есть мы полностью раскрыли, как говорится, вот я их поставлю вот сюда, так чтобы их было да, видно. Да, да, да. Мы полностью, все, что нужно человеку на каждый день, оно вот в такой вот аккуратной маленькой упаковочке. Я заинтригован, должен сказать, и, честно говоря, чувствую уверенность в завтрашнем дне. Потому что я понимаю, что это вот замечательные средства, которые могут позволить стабилизировать или выровнять, или улучшить, в том числе, качество жизни. Я уверен в том числе, что и наши телезрители задаются вопросом и заинтригованы, как можно... получить консультацию по всему этому, где это все можно приобрести, и я так понимаю, у вас есть на это ответы. Конечно. Ну, во-первых, можно написать мне на WhatsApp, можно написать на Viber, можно нас найти на Facebook Arelis2002, на Instagram Arelis2002. Я буду рада всем помочь и ответить на все вопросы, которые будут возникать. А так, вот что касается вот этих вот WhatsApp и Viber, это ведь нужен номер телефона? Да. Да. Мой номер телефона 050-596-8787. Он легко запоминается. Ну что ж, я хочу вас поблагодарить, во-первых, за то, что еще порция здоровья и оптимизма в нашей программе как бы закреплена и подарена мне и нашим телезрителям. И я надеюсь, еще на встречу, тем более, что у нас есть о чем поговорить. Да, буду рада. У нас сегодня в гостях была натуропат Лиза Гордовер. Мы говорили о концепции здоровья, и этот разговор у нас продолжится. Ну а как говорили римляне, опыт – лучший учитель. Сегодня мы с вами стали умнее. Скоро встретимся снова.